Всем привет! Отпускная пора в самом разгаре. Многие предпочитают проводить лето в палатках на лоне природы. В такой ситуации остро встает вопрос гигиены. Всевозможные сайты предлагают походный душ со скидками. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Мобильные души компактные и легки. Наиболее популярными видами мобильных душей являются переносной душ-топотун с насосом клапанного типа, который обеспечивает подачу воды, и с ножной педалью. Такой душ компактный и легкий, можно использовать и на даче, и в турпоходе. Он легко помещается и в рюкзаке, и в багажнике автомобиля. Мобильный душ с электроподогревом погружаемого типа, иными словами, современный вариант известного всем кипятильника. По конструкции он представляет собой гибкий шланг с лейкой-распылителем и возможностью подключения к электросети. Подобно душу-топотуну, такой кипятильник компактен и удобен для переноски или перевозки. Но использование этого душа требует дополнительных условий – наличие электричества, необходимости следить за исправным состоянием электропроводки, мобильный душ с электроподогревом и емкостью для воды. На сайте Wildberries походный переносной душ для кемпинга сейчас продается за 2241 рубль, его прежняя цена – 4230 рублей. Душ с насосом и встроенным фильтром обеспечивает постоянный поток очищенной воды. Благодаря своей портативности легко переносится и устанавливается в любом месте. Два вида крепления позволяют закрепить его на автомобиле, стене или на ветке дерева, что делает универсальным в использовании дома и в экспедициях. Его можно нести в рюкзаке. Он также может использоваться как садовый, автомобильный, летний, дачный или уличный душ. На сайте Озон переносной душ для кемпинга можно приобрести со скидкой в 55% за 1852 рубля. Раньше он стоил 4000 рублей. Портативный душ – отличное решение для дачи, деревни, похода, работы или отдыха на природе. Простая и легкая конструкция позволяет провести процедуру практически в любой ситуации. Модель компактна, поэтому ее можно не только возить с собой в автомобиле, но и носить с собой. Работает от аккумулятора, заряжается от USB-порта, не требует специального оборудования для подзарядки или прикуривателя автомобиля. На сайте Яндекс.Маркет душ походный продается со скидкой за 3920 рублей. Он прост в использовании и удобен в перевозке. Его легко можно взять с собой на дачу или пикник. Все, что требуется для его использования – зарядить насосный аккумулятор через USB от машины или бытовой сети. Все остальное для комфортного пользования входит в комплект. Заранее заряженный душ нужно установить на крепеж на устойчивой высоте, включить, сразу поместив насос душа в воду, и затем использовать. На сайте всеинструменты.ру душ походный можно приобрести за 679 рублей. Его прежняя цена – 1059 рублей. Используется для подвешивания, наиболее оптимальная высота составляет 2 метра. Очень удобен для поездок на дачу, в походах, на пляже. Его достаточно наполнить водой и установить на солнце. Спустя всего пару часов можно принимать душ горячей водой. Размер изделия 360 на 50 на 155 мм. На сайте Спортмастер походный душ предлагают за 899 рублей. Производство Китай. Подходит для кемпингов, дачи, деревни, похода, работы и отдыха на природе. Душ рассчитан на 10 литров, прост и удобен в использовании. В нерабочем состоянии занимает минимум места. Плюсы такого душа – компактный и легкий, не требует электричества и водопровода, невысокая цена, быстрота нагрева воды. Минусы – небольшая емкость, недостаточный напор воды, не самое прочное крепление. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!